Отправляясь на работу сами или отправляя своего ребенка помогать где-то в качестве волонтера, мы не ожидаем, что там можно будет встретиться с сексуальным домогательством. При этом можно оказаться как в роли жертвы, так и самому быть обвиненным в этом самом домогательстве, что называется, на ровном месте. Иди потом доказывай, что ты не насильник. Но бывает и такое, когда начальство откровенно пристает к молодым невинным девушкам, но расплата при этом заставляет себя долго ждать. В сексуальной связи по видео нету ничего превратного. Суду доказывает, какая у него там вина преувеличена. Тут настоящая жертва – это начальник. Феномен падающего домино. Это противозаконно. Что такое жесткое сексуальное домогательство? Что? Ну, для одной это потрогать жестко, а для другой это когда он дотрагивается во все места ее. В тот момент, что женщина что-то голая фотография, она вообще ничего не может предъявить. Ну так ее надо обнимать, нечего обнимать. Ответственность за то, чтобы озвучить претензии, лежит на женщине. Вы смеетесь? Вы о чем говорите?